Добрый вечер, дамы и господа. Мы приветствуем вновь. Ребята, привет всем. Очень рады вас всех видеть, знакомых и незнакомых, потому что рады и все. В основном знакомых. В основном знакомых. И это так здорово видеть знакомые добрые лица, просто очаровательно. Мы сегодняшний наш концерт с парнями назвали так. Вообще сегодня когда-то, давным-давно, в незапамятные времена наша страна праздновала другой один праздник. А мы сегодня решили отпраздновать наш праздник, наш с вами, потому что мы с ребятами не виделись уже полгода. У нас не было концерта полгода, так как, ну, в общем, там расскажем. Так как я был знаю. Мы встретились после полгода, и это наш первый концерт после полугодовой праздник. Поэтому мы назвали его так. Давно не виделись или слышались. Я вот не слышал, к сожалению, себя почему-то. Давно не виделись или друзья радуются. Вот такое ощущение. Друзья радуются. Поэтому, естественно, никакой ответственности за сегодняшнее выступление не несем. Это все на нас вот с вами сегодня. Потому что ответственность, она предполагает некую определенную формулу поступков, не правда ли? Что обязательно должен певец стоять на сцене, никуда не уходить, например. А он здесь берет и позволяет, потому что он купил себе радиомикрофон. А где мой звук? Значит, по сложившейся традиции, так как мы решили, что ничего лучше пока не найти сегодня, мы решили сделать вот так. Да? Ты думаешь? You are real now, man. Just
Свободный симпозиум, пожалуйста, друзья. На ваш суд предлагаю. Сидите, давай. Идите. Знаете, кажется, ничего не изменилось. Такое у меня почему-то ощущение. Thank you.
головы. А может, было относитесь вообще к медленным битам? Отлично. Это не означает, что мы сегодня весь вечер будем медленно. Просто вот следующую песню хотелось бы предложить Александру начать, может быть, чуть-чуть более, так сказать, сдержанно. И не отказывайся, гонючо. Не, это быстро, чуть медленнее хочется. Примерно так. Примерно так. Я, правда, умру ее петь в таком... Since you've been gone, I've been so lonely. All I can see is all you've got.
Thank you.
Thank you.
извините, мы и правда давно не виделись, а это всегда способствует, как будто заново не то, что знакомишься, а даешь друг другу место ошибкам, а это очень важно, потому что быть в напряжении очень тяжело, а сцена, когда она в напряжении, она очень некрасивая. Вот мы такими специальными выплесками расслабляемся, да. И, пожалуйста, вы чувствуете себя спокойно, вы не обязаны на нас смотреть вообще. Вы не обязаны нас слушать. Нам все равно в этом смысле. Мы очень рады вас видеть в принципе. Эта музыка не для того, чтобы упереться в нее и там разбирать ее по крупицам, по частям, или оценивать, хороша она, плоха, или почему он вместо до мажора взял фа диез минор. Это не важно на самом деле, поверьте мне. iPad, друзья, я такую хотел красивую штуку запустить. Поэтому Коля свою уже запустил первый. Посмотрим, что получится. Мы как будто бы сейчас на Гоа отдыхаем. Гоа, да. Кто сейчас сделал? Классно было. Сейчас. Как будто пришли официанты и тебе говорят. Мы принесли тебе коктейль. На Гоа это коктейль, это вообще-то. Кто-нибудь был на Гоа здесь присутствующих? Многие, я думаю, сейчас. Многие сейчас поймут тематику. Между тем, iPad у меня не звучит. Долго ждем официанта, да? Пускать эту произведение вам понравилось, нам
Да. Однажды хоть раз в жизни съездить туда, чтобы вот так вот на себя чувствовать спиной и понять, почему все туда так едут. Feels the cuts as a meditation. Those a place never suspect. It doesn't play the money wins. He don't play for respect. It deals the cuts to find the answer. The secret geometry of chance. In the law of a probable outcome, where memories leads the dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds and money for this heart, but that's not the shape. The shape of my heart.
Обычно играем без подготовленных сэмплов и прочей ерунды. Но, честно говоря, в один момент как-то стало немного не хватать чего-то свежего. Поэтому я дома записал немного свой голос сюда, в это замечательное устройство. И оно может воспроизводить все, что я сейчас здесь нажму. Вот так вот захочу и сделать вот так. Это типа мой голос. Ну, это немного понимаю, но... Надеюсь, нам хватит.
Ребята, мы понимаем, что вас утомили, держитесь. Кстати, сколько времени прошло, мы кто-нибудь знает? Остановилось, да? Прекрасно, мое любимое состояние. Знал, что мне все еще
Александр Родовский Production представляет. Production of Alexander Radovsky. Production. This song is presented by him. Yes.
I
моя, понимаешь, во время. Вот на прошлой на неделе приходили ко мне соседи. Забиваю, 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 забиваю. Позвонили в эту дверь, час 12, пили трели, уже 4 утра. Как же это, не понимаю, не понимаю, не понимаю, не понимаю. Ощущение, что можно бы еще и поиграть, конечно, минут 25. В конце концов, не всякий раз вы будете участвовать в такой вакханалии, как сегодня. Правильно, 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 правильно. Ведь, собственно, остальные концерты... О, нет, 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 простите, простите, ни в коем случае не хочу никого обидеть. Но вот такой дури встретишь мало. Когда Саня дорвался, такой...
before to love, I fell in love with her. How could I dance with another when I saw her standing there? Well, she выполнить пятилетку за 3 дня. Мы с Димоном решили открыть ОАО. Очень
общество. Активное, естественно. Мы обязуемся и торжественно клянемся, что сегодня вы услышали все эти песни в последний раз. Следующая программа состоится через... два с половиной месяца. Еще! У нас на самом деле каждый раз старая, это она всегда у нас новая. Поэтому... Конечно, новая это старая, это всего лишь нас новая. Да, какое там... Не попали.
close. Swimming boats like a flower bedding in the breeze. Bend with me, make me feel it. Well, we dance to have a will with me. Dance with me, swim with me. And other dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes can see only you.
Это его особенность, уже старая такая довольно. Александр говорит, что это серьезное произведение сейчас будет. Давай. Oh.
Thank you.
Спасибо. Ну, во-первых, огромное вам респект на английском и уважение по-русски за то, что вы живые такие люди. Ну, несложно же быть живым. Ну, на самом деле, вы согласны, что вот когда вот так, то хорошо, просто. Да. И на самом деле вот такие штуки провокационные, они, как правило, из концерта в концерт мы их несем, потому что никто не знает, что выстрелит. А иногда выстреливают очень интересные такие, целый ряд таких композиций, которые потом стоит над ними работать, и мы это не делаем, естественно. Поэтому у нас наш единственный шанс как-то получить максимальную радость, и, соответственно, если мы получаем максимальную радость, то и вы, независимо от того, ну, как бы, коряво у нас получается, не коряво, да? Ну, грубо говоря, вы посмотрели на генеральную репетицию коллектива «Аудиогрибы». Чем перед следующим концертом. Да, перед следующим концертом. Но мы действительно вам, мы себе уже дали слово, обещаем, что мы будем обновлять программу. Не знаю, что это будет, но мы будем это делать, так что следующие наши выступления, они гарантированы с новым. Заберите мальчика на сцену. Какого мальчика? Вот в этой ФСБ-кепке? Прекрасно твое имя.
Это уже все. После этого уже сложно что-то. Спасибо, встретились. Мы будем оповещать о наших следующих концертах.